Лидер украинской морской партии Сергей Кивалов подал документы в Одесскую городскую избирательную комиссию. Тем самым политик официально подтвердил свое намерение баллотироваться в мэры Одессы. По закону в течение 5 дней комиссия должна будет подготовить официальный ответ кандидату. Выборы мэра и депутата в местные органы власти пройдут 25 октября. Мы возьмем на себя ответственность. Мы сделаем все для того, чтобы жители нашего города, города-героя Одессы, гордились, как и раньше это было. Мы должны вернуть славу нашего города. Почетный гражданин города Одессы, Одесской области Сергей Кивалов подчеркнул, что вместе с ним в горсовет идет команда профессионалов. Это люди, которые знают, как спасать свой город, реализовывая успешные проекты в сфере медицины, образования, социальной защиты граждан. Я вам хочу сказать, что за последние 6 лет бездеятельность мэра и городского совета оно явно прогрессирует. И если прогрессирует, если ты не можешь, если ты не умеешь, если у тебя нет команды, то ты должен идти с Богом и не тратить свое время и ресурсы. И пусть придут те люди, которые могут управлять, те люди, которые любят свой город, и те, которые способны это сделать. У нас есть формула успеха. Любое здание, которое мы ремонтируем, будь это государственное здание, будь это коммерческое здание, у нас везде в этом отношении полный порядок. Мы построили один университет, второй университет, колледж построили, один, второй, третий. Мы построили школу, и мы показываем, как можно строить и как нужно относиться к жителям своего города. Это все должны быть профессионалы. Напомню, выдвижение кандидатуры Сергея Кивалова в мэры города было единогласно поддержано на конференции Украинской морской партии 19 сентября. Ранее Сергея Кивалова поддержали трудовые коллективы Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета, а также Одесский областной союз ветеранов Афганистана.